вот, выезжаем из Шарковщины. Вот. Погода смутная, еду на Казьяны, поставы. Вот. Решил где-то часов 12 выехать. Вернее, 12:27. Погода, дорога так себе. Как обычно, все разбито в нашем районе. Района практически не существует. Только люди живут. Вот, так что смотрим вот видео мое. Сождаюсь пожитками города. Казьяны, поставы, виды. На виды не поедем, поставы через Казьяны пойдем. Живые повозки едут, как обычно. Люди отдыхают, живут свою жизнь. Ну и я немножко разогнал свой аппаратик. Лобовой ветер, полные баки. Масло все, давление проверено, можно лупить. Вот. Так что едем, летим. Пока руки тепло, без перчаток. Продолжаем ехать, все, следим.